всех людей есть какие-то определенные прозвища. У меня тоже есть такое прозвище. Я вообще об этом не особо люблю говорить. Вот, потому что это достаточно интимно, об этом знают только мои близкие друзья, и знают об этом, естественно, активисты фан-клуба. Вот. А мне бы не хотелось, чтобы это как-то так вот массово меня вдруг стали называть Маркит. Ну да, это такой эксперимент в моей жизни. Я вообще люблю перчатки, это мой такой тайный фетиш. Вот. И я думаю, что все телезрители уже могли обратить внимание, что практически в каждом клипе у меня есть перчатки. Всякие разные, маленькие, длинные, в общем, разноцветные, черные. И пришла в голову такая мысль, поскольку я была в Венгрии, побывала на настоящей фабрике по изготовлению перчаток, и ей владеет мой друг. Вот. Я посмотрела, как это все делается, насколько это кропотливая работа, и плюс такая у меня любовь вообще к перчаткам, что вот созрела такая идея, почему бы не сделать такой вот экспериментальный вариант. Это не поставлено на широкую ногу, это не поток, я не торгуюсь перчатками, у меня нет своей фабрики, и, в общем-то, на данный момент не являюсь дизайнером ни в какой области. Я не дизайнер одежды, не дизайнер перчаток. Просто был такой полет души. И вот такой эксперимент. Посмотрим, что из этого получится. Если это будет пользоваться популярностью, может быть, я еще что-нибудь придумаю. Но это ни в коей мере не является моим каким-то бизнесом.
нужны тебе всего лишь те глаза, что сияя нежно смотрят на тебя. День за днем вы вместе и летят года. Все слилось в едино завтра и вчера, а глаза тускнеют, исчезает взгляд. Ничего. Это немножко неправильное мнение. Кстати, мне часто задают этот вопрос. Как же вы, значит, мол, там с ним дома и на работе? Мы с ним вместе только тогда, когда мы дома и когда мы на гастролях, когда у нас есть какой-то концертный график. И то, когда мы приезжаем, я большую часть провожу в гостинице, а он по большей мере там с организаторами что-то решает, куда-то ездит. В общем, у него масса дел. Когда мы в Киеве, у нас нет концерта, то, соответственно, его дома нет. Он уходит с утра и приходит вечером. То есть он больше проводит время в офисе, а моя территория — это репетиционная база. Я больше с Алексеем провожу время. То есть мы репетируем песни, то есть у нас творческий процесс, поэтому, в общем-то, скучаем друг за другом каждый день, можно так сказать. Это все, что есть, и людей вокруг вроде бы не счесть. И хороший мой, вот уж столько лет вроде бы со мной, и как будто нет. К одиночеству привыкаю я.
слухов много было по поводу России, и в основном их раздували московские СМИ, потому что в прошлом году мы очень часто туда ездили, практически жили между Москвой и Киевом. Там у нас было очень много общений с местными СМИ, и поэтому все так как бы это восприняли как переезд в Россию. В Россию я не собираюсь переезжать, я собираюсь там работать всего лишь. Вот. Я люблю Киев, люблю здесь жить. Киев меня вдохновляет, поэтому вряд ли я буду там считает звезды, а
хотелось бы пополнения, и каждый раз у меня возникают все новые и новые идеи, все новые и новые мысли, и от этого, собственно, все стоит на месте, потому что, что касается татуировки, здесь нужно определиться раз и навсегда, что ты хочешь, а когда у тебя масса мыслей, здесь хочется дракончика, там хочется солнышко, еще где-то хочется гитарку и так далее, и так далее. То есть понятно, что все это влечет к одному, что с каждым разом на вашем теле появляются все новые и новые татуировки. Вот. В этом, конечно, нет ничего плохого, если это касается мужчины. Я очень люблю, когда на мужчине много татуировок. Но на женщине все должно быть очень аккуратно. То есть, если даже это несколько татуировок, то они должны быть очень выдержанные, такие стильные и как бы очень так в меру. Чтобы не пробить пулей и мечом, чтобы чувства все были нипочем. Я прошу тебя, муки облегчи, сделай так, чтобы я стала неранима. Слишком чувства все стали мне близки. Yeah.
Рожать детей хотела бы, конечно. Я же женщина, нормально ориентированная. И рано или поздно это произойдет. И, конечно же, я по-человечески хочу деток. Просто это невозможно запланировать. Это, как говорится, как Бог даст. Вот. А сидеть дома, ну, вряд ли, наверное. Я уже настолько привыкла работать. Я работаю с 11 класса. Я просто не помню, чтобы я ничего не делала. Поэтому, наверное, я все-таки загрущу дома. Ну, а вернуться на телевидение в полном масштабе тоже нет. Может быть, в качестве ведущей каких-то проектов, таких масштабных, но недолгосрочных, потому что пока что я все-таки вижу себя в образе автора-исполнителя, вот, и я не смогу просто совмещать, мне не хватит времени работать постоянно на телевидении и быть еще действующим артистом. Естественно, у популярности есть свои негативные стороны, и порой хочется просто быть обычным человеком, незаметным.
в данный момент, на сегодняшний день уже дошло до того, что меня узнают, в принципе, в любом виде. Как бы даже уже нет смысла даже там маскироваться или еще что-то в этом роде. И порой это все очень неприятно, но, с другой стороны, от популярности есть очень много прикольных моментов, когда, ну, просто таких банальных, что очень многие люди рады видеть и приглашают, и очень много интересных людей встречается по жизни, вот, и очень много интересных каких-то ситуаций, вот, и я поэтому стараюсь на известность, на популярность смотреть именно вот сквозь эту призму как бы приятных моментов и отсекаю все неприятное. Чувство нежности, правда.
скажем так, я исполняю поп-рок, во-первых. Вот. Это не тяжелый рок. Действительно, женщины, которые исполняли бы тяжелый рок, у нас нет, и, наверное, никогда не будет. Вот. А вообще я заметила, что после того, как я стала сольно, так сказать, концертировать, появилось даже некое движение, такое поп-рок. Появилось много, на самом деле, исполнителей в этом стиле. Просто они пока что еще, ну, как бы, скажем так, менее заметны. Вот. А вообще-то такая тенденция есть у нас в стране. Ну, вообще конкуренты, конечно, все понемногу. Хотя я так считаю, что с поп-исполнителями я не особо конкурирую. Мы совершенно в разных областях, у нас разная музыка, разные музыкальные направления. Такой же дурой раньше я была, так верила тебе, забыла про себя и просто по течению плыла. Но в каждой сказке есть правдивые слова. Так жаль, что мне не ты их прочитал. Окончен разговор, и мне идти пора. Устала я, и ты совсем устал. Что говорил ты, ерунда. Спасибо, дорогой, за то, что был не смел. Я это не забуду. Я рада.
Знаю.